Привет всем, меня зовут Настя, мне 6 лет. Вы смотрите программу 0+, и я вам расскажу кое-что интересное. По отношению к большинству птиц мы испытываем теплые чувства, но когда речь идет о вороне, наше настроение меняется. Нам известно, что фермеры вставляют пугало в надежде на то, что они удержат этих птиц на почтительном расстоянии. Во-первых, вороны – опытные воришки. Они крадут не только яйца из других гнезд, но еще и даже птенцов. Но хуже всего, что вороны наносят огромный урон урожаю. Смотрите 0+. С вами всегда интересно.